Сегодня у нас тренировочный день, ныряем здесь на лайтхаусе. Но прежде чем зайдем в воду, будем собирать спинку для Юлиного нового крыла. Она купила себе новое крыло Apex. Отдельно спинку, отдельно моностропу. Сейчас будем собирать ее, после пойдем тестить в воду. А что тут по аналогии все делать? Все, конечно, конечно. Хорошо, когда образец есть. Ага. Все, следом мышечка, да? А? Алюмишечка. Ну, у нас возможности это нету. Сталь, понятно, что комфортно. Но перегрузы наших International. International Egypt Bank. Of course. Facebook Blues Vitality. Facebook. YouTube, Facebook. Everywhere. Вставляем струху, да? Алюмишечка. Специальные мягкие штучки. Чтобы плечи не давили. Плечи давило. Навьё. Новенькая. Муха даже не сидела с грязными ногами. Как вам новую одежду там, да? На нас новенькие оборудование. Ну вот, почти готово, уже осталось крокодильчики только одеть и померить. Да, сейчас померяем. Да, Юль, померить еще осталось. Подходи. Тебе же подсказывать уже ничего не надо, ты же сам все знаешь. Варя, привет. За кого кусил, Варь? Кто тебя посмел спросить? Заново разбираем. Все пропало, Лёлик. Все пропало. Лёлик, все пропало. Забыли поставить правильные детальцы. Это нормально. 10 раз отрежь, что один раз отмей. Зачем нам шланг к инфлятору? Шланг к инфлятору не нужен вообще. Вообще не нужен. Убираем его. Я убрал его. Убираем. Просто. Лишняя точка отказа. Лишняя совершенно. Вот не. Ой, прикольная какая палочка у вас. Здорово. Можно себя снимать, да? А, ты кнопочку еще жмешь, и у тебя там фотка проходит? Да. Ну вот, пожалуйста, новый регулятор. Холлис. Внутри коррозия, с другой стороны он тоже коррозия. Что за регуляторы стали выпускать? Ставьте кулаки, если кулаки ставят на локти. А где там кулаки-то? Там кулаков-то нет. И локти по сторонам расставьте. Отлично. Да, 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 да. Я хочу загорать. Девочки пошли загорать. И будем на фильке, как... Да, да, да. Как регулярная армия. Как регулярная армия, да, в одинаковых костюмах. Сборка пряжки самая сложная. Ну, сюда я так понимаю. Handmade. Handmade, да. Есть фиксировать. Да, кончик у меня как раз будет. А здесь титан, а здесь какой-то. А, он титан. Он с титаном. Титановый, да? Титановый, да. Титановый, да. Акваланг выпендрился опять. И ничего. Ну, смотри, 4 года вообще. Ни разу не чистил, никуда не отдавал. Холлис, точная копия. Точная копия Апекса, практически, один в один, да, только внутри почему-то у нового регулятора уже ржавчина появилась. Вторые ступени у Холлиса такие маленькие и компактные, что хочется купить. Ну, хотя я предпочитаю Апексы. Ну-то ржавый, был бы не ржавый, было бы вообще зацепи бы. Ну да. Вот, все, что новое, все требует некого времени. Для того, чтобы это протестить, проверить. И подключаешь все, подкачиваешь. А он у меня выходит отсюда. Он отсюда выходит. Пока я два раза ее не дерну, и она не встанет. Угу. У каждой компании есть такие модели. Там, ну, это новая модель, может быть, регуляторов, она... такое что-то топовое, да? А все остальное, как правило, бывает говно. Ну это вот новое. Это новая модель вообще, жилета. Это сразу у нас... И сайд-маунт, и сразу же можно крепить на один баллон. Да. Вот это убирать, это убрать. Универсальная модель. И у него косяк такой был. Вот на самом деле я его поднял чуть выше, смотри. Вот видишь, он должен быть ниже. Ага. Но при этом, если вот так вот закрыто, пока идешь до дайва, плечо сильно давит.
вот этим клапаном. Вот этим клапаном. Он у тебя прям вот, да, прям да, вот прям здесь плечо, вот, да. Да, и вот так вот поднял. Ну, теперь хорошо. Так, конструктивно. Ну, конечно, конструктивно. Что они так сделали? Косяк? Что это за херня вообще? Я что-то сам должен думать. Что за жилет вы стали выпускать? Вообще не, я не понял вообще, что за жопа. Вообще не. Вот то, что вот поднял, вот, сейчас нормально. Так я же его закрываю при этом. Ну да. Кстати, быстро как-то запустили линеек много с оборудованием. Как-то вот они быстро наштамповали очень много. Причем такие варианты. Такие, крылышки есть хорошенькие. Все да. Есть. У них куча подвесок этих, куча. Угу. Есть элит, которая с этим, с мягким, есть простая, есть тропа, все, что хочешь. Все, что хочешь, и как-то они линейку прям быстро слишком запустили. Так-то они симпатичные вроде как. Дизайник такой симпатичный. Дизайн шикарный, да. Шиповший, как красный, надпись красивая, Колес. СМС 75. Есть еще вот такие варианты жилетов. Такой вот красивый, как он называется. Как он называется? Audi X-Pro, а вот он. Audi X-Pro. Итальянский, такой. А, флаг итальянский, вчера, да, вижу. Ага. Флаг итальянский, как у меня на крыше висит. Зеленые, розовые, желтые, голубые, черных нет вообще. Молнаки. Mm-hmm. Они все гламурные, эти подонки итальянские. Все гламурненько, да. Валя в нем как бабочка. Вот такой крышка. Мне такие не очень нравятся. Я предпочитаю обычные крылья, самые классические, со спинкой, с подвеской, с монострапой. Ну, в то же время, почему нет, можно и в таком плавать. Вполне. Это что у нас тут, крыло, да? Достаем. Достаем новое крыло. Достаем. Навьё. А, такой же бублик, как у тебя. Точно всё, такой. Я понял. Всё, я не про что и говорю, что офигенно. Вот такое вот крыло Apex. Последняя модель. Год уже ныряю и просто не нарадуюсь. Отличный, маленький, эстетичненький, компактненький. Тридцаточка. И очень удобно баллончик обнимает. Да. Такая вот впадина. Специально куда баллончик ставится удобно. Маленькая, компактная. Рекомендую. Не, реально офигенно. Все остальные жилетки какашка. Да ладно, ты че? Какашка. Апекс. Это мое BCD. Герзон. На самом деле мне без разницы, как он плавать. Но вот последние несколько лет я плаваю только в крыльях. Вот такого образца. Стальная спинка, монострапа, подвеска. Ну и, собственно, сам бублик. Герзон. За каждый вот этот болт. За каждый болт 10 евро. Не, ну они оригинальные, но они офигенные, да. Они из нержавейки из какой-то, то есть они хорошие, но просто сам факт того, один что... болтик стоит 10 евро, да. Вот такой, вот тут всего лишь. Мышковать они... Good morning! Намочили японского инструктора. Это у нас такие традиционные купания перед тем, как пойти с аквалангом под воду. Обязательно. Один из самых лучших производителей костюмов. Пятерочка. Которую мы нарезали на полосочки. Ну, теперь обезывая свою жизнь. А что, в нем можно нырять, вот, когда тепло, когда вода 30 градусов, одел как жилеточку его так, на замочек застегнул возле шеи. Хорошо. И все. We carry the equipment, the trolley. After that, when we arrive to the lighthouse, we're gonna start putting our equipment on, start walking the water. We're gonna enter through here. Body print. Костюм не надо. Everyone gonna help his body to put the option and put buoyancy. I will be in the first. You can do whatever you want, except two single dive. Египтян Рамадан начинается, и у них начались выходные, прежде чем Рамадан начнется, у них праздники, когда Рамадан начинается, когда Рамадан заканчивается. Поэтому много приехали египтян помереть с аквалангом в Красном море. Следующая стадия сборки. Какая последняя? Все заново. Все заново? Все заново, конечно.
Ты мне скажи, что у тебя хоть раз получалось так, чтобы раз собрался с первого раза? Ни разу, ни разу. Ну ни разу такого не было. У меня тоже ни разу такого не было. Вечно, то кольцо не поставишь. То не так, то это не так. Вот и здесь уже третий раз идет это самое. Постоянно, постоянно. Чтобы я еще пришла на пляж на Красном море летом. Да я уже 4 года собираюсь. Ты там на родину по воде точно будешь на Алтае. 4 года уже собираюсь домой. Понимаешь, сейчас ребенок маме вон пишет, зэк, где работает. Это одно лицо просто. Я говорю, теперь можно сниматься и бабки зарабатывать. Просто знаете, что? Ага, огромный мужик, огромный мужик. Покажи, покажи. Главное, это что было? Даже движения сексуальные, которые заводили все девушки, которые слушали его. Вроде бы не так. У него и музыка была нетипичная. Да, ну и движения тоже. Вот даже начали показывали только по грудь вообще, его не снимали. Потом-то показывали, снимали. Он же был мусорщиком, обычным мусорщиком. Да? Сочинил песню для мамы. Сочинил песню для мамы. Что-то где-то ее спел, кому-то понравилось, где-то ее на радио прокрутили, и в итоге он стал ее слушать. Дело тонкое, Петруха. Собирай пока, да. Давай, собирай. И мне собирай. И мне. Вот такая отличная спинка получилась. Алюминиевая. Мне нравится, когда она 200. Ништяк. Тот случай, когда нужно грузовик сформировать. Не вариант. Не вариант. Все, надо четко понять, да, что если мы используем монострокон крыло, то надо сбрасывать сапалайку. Да, не сбросить груза. Не сбросить. Это невозможно. Это очень жесткий навык, его надо. Ты можешь остаться без грузов, потому что оно порвет в конце концов из перед ногами. Знаешь, что все висит. Сбрасывается акваланг, на бок переваливается, рука левая выходит. И затем через правое плечо акваланг сбрасывается. То есть раз, два, три. На мастерском курсе такая отработка. Нет, это не на мастерском, это отработка просто. Вообще даже плавая в крыле. Один из первых навыков. Если вся грузовая система на баллоне, да? То сбрасывается акваланг, а потом или надо... если только у тебя спинка и ничего, вообще грузов нет. Да. Вот я плаваю только с трех килограммов спинки, ни одного килограмма груза. Как я могу сбросить? Только акваланг сбрасывается в таком случае, никак по-другому. Никак. Раз, два, три, и все, акваланг слетел. А потом просто аквалангиста надо знакомого, который нырнет акваланг, достанет из ничего. Ну, есть такое. Найдем. Но я потом могу нырнуть, достать. Вот последний этап. Крепление ремешков баллона клиней на адаптер. И кармашки для грузов. Такие кармашки. Сюда вставляются грузики. Килограммовые, двухкилограммовые. Любые. Кроме трех. Не влезет, трешки не влезут. Трешки не войдут, ага. Ремешки вставлены, кармашки одеты. Ну осталось только закрепить. Закрепляем. Только лишь закрепить. Да, держу в руках. Вот так выглядит эта конструкция. Адаптер с болтами и с баллонными ремнями. С кармашками для грузиков. Болтики по 10 евро каждый. Ну теперь, я надеюсь, уже больше не придется разбирать. Вот такое вот новое крыло. Отличное. Юля в новом крыле. Апексе модном. Кармашки для того, чтобы грузики ложить. Отгружаться. На ремешочки для баллона. Никаких грузовых поясов. Единственное, что надо... В случае сброса грузов надо сбрасывать акваланг. Да, собираем баллончики. Такой получился симпатичный акваланг. Очень аккуратненький, эстетичный. Ну что, одеваемся? Я медленно. Поэтому меня надо. Все медленно одеваются.
А я посмотрю на плавучесть, может, вот. Тоже поднимаю. Только не смеши, там 20-22. Мы поднимемся, выйдем на стенку и по стенке пойдем дальше. Если ничего не найдешь, то воздуха нам надо. Одеваемся. Давайте их всех туда, всех! Advanced diver! Настраиваем аппаратуру.